Ребята, вы знаете, что мне дурно стало? Включила я сейчас ТикТок, и вы посмотрите, что тут происходит. Это же полный швах. Это же полный швах. Это прямая трансляция у них. Вы посмотрите, с кого там кошечки дерут. Это же уму непостижимо. Извините, что я кому-то настроение испорчу, но это швах. Это швах. Что-то мне плохо становится. А вы знаете, что несколько лет назад был скандал, когда китайская авиакомпания подавала в самолетах тушки крыс. Ну, где-то же они их берут. Вы посмотрите, что творится. Это жесть. Это жесть, дорогие мои зрители. Жесть жестяная. И все это голыми руками. Кошмар, да и только.